Ну и раз уж теперь у нас есть русскоязычный канал на Дискорде, то туда тоже врежем. Небольшую ссылку. Почему бы и нет? Так, ну как бы все, я... А, нет, не... я сингл что-то запустил. Че, мы с саммонеров начинаем? А что ты делаешь? Мы кем играем? Мне тут все то, что мне кидали, проверять всякие баги, ошибки, бага фичи. Я тут набрал уже себе команду раздолбаев в мультиплеерных сейвах. Тут 34-го там траппер есть. Кстати, у траппера за спиной там вообще какой-то недолук на аватарке. Надо заменить будет. Ну, на тот момент еще считал, что лучше будет пользоваться. Да. Теперь как-то вот мир поменялся, и надо... Ну, вообще, на какого-то... На Саб-Зиро похоже. Из Mortal Kombat. Почему-то, который носит лук. Но вообще, у меня есть какой-то тут недокастер. Бистмастер. Совсем что нормально, да. Зато хорошая реклама. Как его встречают, а вот так сразу все подписчики там. А, давай его, его, его. Ой, он у меня что-то носит даже. Ишь ты. Это хоть мой персонаж. Ну, вроде первый. Ну да, на 200 монет я вряд ли что найду тут. Забавная штука, кстати, недавно нашел, обратил внимание. Это еще, по-моему, с первой Диаблы. Если вот предмет поднимать и опускать часто, он на один кадр, когда его поднимаешь, он уходит куда-то вправо вниз, на юго-восток. Примерно на расстоянии на один слот. Лучше
Ну ладно, на шапочку мне хватило. Которая, будучи даже новой, сломана. Класс. Какое письмо? Да, пытаюсь восстановить мамочек. А, тихо, матч еще установить надо, ё-моё. Ну, установить установил, а теперь надо у него пытаться залогиниться каким-то образом. Не помню пароля, ничего. Сейчас буду купить имейл. Да, ну блин, я пойду пока сам пока что-нибудь потусую. Посмотрим, каково будет, когда ты присоединишься. The smell of death surrounds me. Раз уж стрим пошел, и мы в онлайне, то надо запустить мясо. Кстати, я сегодня слышал репорт о том, что, мол, в мультиплеере... Секунду. Увидел репорт, что в мультиплеере не падают книжки класса магов. Я надеюсь, что мне это показалось, конечно. Но, возможно, когда добавляли код падения книг, если класс маг, то там идет просто проверка на синглплеер. Это возможно. Нет, там проверка была как на симонера была, только она была четкая, я ее перепроверял. Специально там попадал даже. Как она могла быть на саммонера? Быть того не может. Маг... Не-не-не. В синглплеере, если ты играешь классом мага, с какой-то вероятностью, там, порядка 60 или 33%, вместо синего айтема магического, босс бросал книгу. А, ну это возможно. Вот о чем речь. Ну что, эта логика уже отвалилась? Ну, вроде как... Я понял, что да. Надо будет восстановить. Сейчас. Так. Скинешь тесто. Пароль назовешь, тут же народ присоединится. Давай ты, конечно, нас кто-нибудь сейчас слушает. Да. Я тебе скриншот скину.
законнектировать на один получится. Ну, у меня есть целый набор из глупых стримов. Там не только окончание глупое, там весь процесс глупый был. Ты за кого? Я за Бистмастера. Между прочим, как он задрал, надо его потише сделать. Так, как его по... Ух ты, нет. Так просто здесь не выйдет. Как это сделать потише? Десктоп аудио. Наверное, вот так. А, вот и он. Надеюсь, что это будет вот нормально. Вот так вот я посередке сделаю. Звуки игры должны быть потише уже. Ладно, не буду я стрелять ничем, это все фигня. А, да, это бывает. У меня было разу. Ну вот как-то с этим надо тоже бы разобраться, что ли. Ну, нет, она должна быть изначально как-то слово было. Интуитивно понятная покупка-продажа. Человек должен чувствовать, что вот это действие купит предмет, это действие его продаст. Возможно, там... А с другой стороны, ну его в задницу, это просто дело привычки вообще. Пару раз вот так лоханешься, и потом ты запомнишь, потому что ты профукал золото. Не, нормально. А ты че просто так встал-то? Ты что-нибудь тоже вызовешь, что ли? Одну птичку? А еще вызови. Ну, у меня сейчас две, да. Что ты так... Куценькая у тебя мана, я тебе скажу. Слушай, ну мы, кажется, сейчас будем очень аккуратно и два типа вот так ходить. Зато какие у нас зашибись красивые банные халаты модные. Что-то у тебя тут две птички рядом со мной прохлаждаются. Меня они атакуют. У меня они тут рядом со мной летают.
Да. Медитативный, я бы сказал, геймплей. Даешь геймману, поскольку будешь гладить, ген мана поменьше будет. А это самое, я же балансировал для синглплеера, а здесь они потолще раз в два. Поэтому получается дольше. Да, за двоих, по-моему, штраф минус 25%. А, точно. Да-да-да. То есть тут ведь не в два раза сложнее, чем в сингле. Тут побольше сложность получается. Ну и все-таки их если прокачивать, то они быстро начнут набирать обороты. Старт неспешный. Да надо как бы, наверное, все-таки им вначале поддать газу. Началось. У тебя тут этот имплинг, он как бы в вечной смерти остался. А, это призрак. Да, походу да. У тебя один? Да, значит призрак. Ай! Чуть не убил, у меня один хп только тут. Я сейчас так смерти избежал. Поначалу реген маны, конечно, жуткий. Мана. Кстати. Но вначале они хлипкие, это да. Мне показано, что твои как-то бездельничают, а мои нормально работают. Вероятно, у тебя так же. Там раз на раз не приходится. Рандом. Ой. Отойди чуть. Тут бутылка маны лежит. У меня этот уровень вечность копится. Хотя надо бы сдохнуть. А и проверить стресс-тест. Как все будет, когда я вернусь из города, там все такое. Я не знал, что у тебя такие суицидальные наклонности. Не, внезапно себя обнаружил-то. Блин, она тут сразу пачканная такая. Заодно хильнул ресурсов.
И что-то часики сейчас теперь вижу все чаще. Да, что-то они начали. Не, ну что-то у меня ВК может быть не так. Что-то он внезапно занятость обнаружил. Это у меня. О, у меня качает 7 мегабайт в секунду. Может, это у меня. Кто там у нас? Горбатый. Кто-то постил скриншот у палача там где-то с топором, по-моему, или у берсерка. Урон что-то типа 800, а голые руки за 1000. Нормально он с руки так кладет. Ну вот это первые несколько уровней у них вот такие здесь, видимо. Оу, он всех раздолбил. У меня только один остался. А, ну наконец-то. Когда уровень-то будет, а? О, наконец-то. Но я уже был так с запасом, так что мне теперь что-то да есть. А это значит, что надо добавить силушки. Они у меня должны теперь порезвее долбить. Я им урон поднял. Ты видишь, что у них какой урон? 4-10, 4-10, 4-9. Или нет? Да. Ну, походу, ты видишь правильно все. Да. 2, 6, 2,
Да, точно, классно. Тебя говорят плохо слышно, насколько я понял. Надо погромче микрофон сделать, видимо. А, может быть, я сделал тише. Нет, хотя нет. Сейчас, секунду. Сейчас. Я сделал не совсем правильно. Раз, Да. раз, 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 раз. Все. Так, мы их всех уже... Должно лучше быть слышно теперь. Да, явно должно лучше быть слышно. Ну, подходи, толкай их. А, сори. Да. Не толкай. Кстати, ты, наверное, не смотрел, да, как это сделать? Не-не. Но мне кажется, более перспективно это сделать, я просто, чтобы через них можно было проходить и все. Ну, я и говорю, да, как сходить сквозь стены из своих минионов. Да нет, это легко делается, я даже представляю как. Забавно, что раньше ты практически утверждал, что это нереализуемо. Я потом пересмотрел эту идею, когда посмотрел, что я через этих потом, когда я через призраков начал ходить, до меня дошло, что в общем-то проблемы никакой нету. А я через призраков как-то и не ходил никогда. Их А там проблем. они. Там призраков два типа есть, через которых можешь ходить, через которых не можешь. Ага. Но если сделать так, чтобы они как бы это через них можно было ходить, Я это могу тебе супер. патчик прислать, и можно попробовать сразу. Ну-ка. Да, Мне конечно. даже студия не нужна, просто напаковывать. Давай. Ну, давай дочистим хотя бы чуть-чуть. Не, Как-нибудь. давай вот сразу, без всяких вот. Ну, ладно. А Так, а я не могу бы. Можно, конечно, Alt F4. ну, не просто Запасной так. выход. Просто пойдем в этот. Кстати, надо вот эту функцию тоже убрать. Это из первой части мода. В мультиплеере нужно выйти в город, чтобы уйти из игры. Это как-то неудобно просто. Нахрена это надо, вообще тоже Ну, непонятно. не настолько неудобно, как Safe and Exit только каждые 4 этажа. На Iron Man. Тоже не понимаю совершенно. А там какой-то сакральный смысл был, только я его забыл. Не спрашивай. А, наконец-то можно выйти. А, надо ли? Ну да, конечно, надо. Лучше без комментариев на эту тему, кстати. Раз уж мы в эфире, пусть все будет покрыто тайной. О, два человека подписались, пока мы стримим. Чудненько. Добро пожаловать. Кстати, у меня нет никаких совершенно уведомлений на экране стрима. Либо это потому, что он на эти уведомления на втором компе, я тогда не смотрю, либо их в принципе нет. Ну, обычно профессиональные стримеры там делают крутую анимацию. Даже Ну, подписчики да. отдали. А я даже еще не дошел до того уровня, когда мне одобрили это. Там надо, чтобы минимум 3 человека в среднем смотрело на протяжении всех трансляций в течение
прошлых 30 дней. Там какая-то такая система. Так, у меня где-нибудь как скачки есть. О, даже код есть. Ну, вообще, вот эту надстройку патча лучше, конечно, делать не на той версии, на которой мы сейчас играли, а, соответственно. На масте? Ну, да. На экране, пока мы сейчас этим занимаемся, патчингом, тут, видимо, будет... к вашему зрительскому удовольствию шедевр Малевича все это время вы можете лицезреть. Кстати, также я называю ту панель. Чё? Не расслышал. Так, запускаю Visual Studio. Это может мне вообще всю производность посадить. Visual Studio всегда так все относилось. Слабым ноутом. Она их одолевает. О, да, на старом ноуте, когда я открывал студию и. Не, студия фигня. Вот когда я Google Chrome открывал, все, это был это конец света. Никакая игра, ничто не может сравниться с Chrome по прожорливости в плане оперативки. Вот сейчас тоже у меня открыт Chrome, и я вижу, что съел он 4 гигабайта оперативки. Ну, у меня, конечно, пол интернета открыто. Ну, она тоже на каждую вкладку куча всего создает. Не отдельное приложение под каждую вкладку. Плюс еще там думает наперед, просматривая все ссылки, которые ты можешь потенциально нажать, прогружает по ним все данные. А вдруг ты вот что-нибудь тыкнешь, а он уже все, а он подготовил. Ага, хороший. Это, соответственно, на... уже и просто тоже нужно что-то сделать. И сеть. И, собственно, оперативку, чтобы результат держать в памяти. Да, ну да, поэтому старенькие компы и того, тю-тю. В общем, это хемия вообще не случайно. Мы сейчас с разговорчиками тебя не отвлекаем случайно? А, нет, я пытаюсь студию открыть. А, до сих пор? Да, медотитон... Я, кстати, сейчас привык на SSD диски, он так быстро открывает. А там, на прошлом ноуте там был 5400 RPM. Обычный HDD. И это, конечно, вообще шоу. Так, скажешь, компилять тебе придется? Хочу это сделать. Это easy. А экзешник тебе высылать? Да, от меня. У меня еще нужно залогиниться в студию. Ну, у вас реальный период закончился. Потому что я не пользовался. Я это установил, наверное, месяц назад. И не трогал. Вот так вот. Неужто суманеров починили? Вообще-то, суманеров мы починили к версии 1.0011, насколько я помню. Последний. То есть, мы играем в 0.0.13, и, конечно, там суманеры тоже починены. Кстати, я об этом сказал, когда вывешивал один из последних постов на Патреоне. Но, видимо, эта информация иногда проходит мимо ушей.
поиск по использованию, а для этого мне нужна студия, чтобы студия рабочая, а не та, которая у меня тут будет. Мы сейчас будем заниматься извратным стимвьюером? Давай познаемся. Ну ладно. Я сейчас у себя это все делаю. Так, ну значит, давай поехали сейчас. Придется сейчас вот. Ох, что-то не домашний ноут. Так, мне надо тебе в Discord скинуть, наверное, что? Давай-ка скопируешь, а не фотку. Потому что фотки у меня открываются каким-то низком разрешении. Я там почти ничего не вижу. Мне, тебе нужен мой ID и пароль, да? Да. Ладно, вслух не говори. Да. Да вслух там поди еще воспроизведи их. Какой большой? Так. Это ID, а это пароль. Хорошо, что можно расшаривать не рабочий экран, а только окошко приложения. Так, а, секунду. Студия, да, все нормально. У меня все запущено. Она вон, вот она тут. А, она стоит на мастере, все актуально и т.д. Так, у нас все это в пас. Прекрасно, я себя еще слышу. Не знаю. Наверное, да. Кстати, походу сейчас у тебя плавненько идет, у тебя довольно уверенно мышка двигается. Да? Минимально проверку на игрок через Самонов проходил. Это вот здесь. А, да. Все верно, да, это минимально. В основном затыки у игрока, потому что его запирает, он не может убежать. Ох, слушай, ты вот это верни, как было потом. У тебя что? Там есть какая-то view вернуть. Просто знаешь, я тупо не вижу ничего. У тебя что, маленький экран? Mm-hmm. Ну, наверное, тем же макаром, что и как ты то самое увеличил. Ну, Ctrl колечко, но потом подбери. Ну да, это да, все без проблем. Я не знаю, это просто дикий какой-то объем этих размер для меня. А у тебя зрение нормальное? Зрение нормальное. Пока не раньше не жаловался. Блин, значит у тебя, наверное, не знаю, дюймов 10 монитор. И сидеть-то мало. Либо сидишь от него далеко. Достаточно. Я видел, как Дэвид Брейвик кодит. А у него, знаешь, такая студия. Белый фон, весь белый. И маленькие черные символы. Прям омерзительно это смотрится так. Глаза, наверное, болеть начнут. Ctrl-Shift. Тут, может быть, сложности, у меня клавиатура раздолбанная. Я могу подпечатывать за тебя, если что.
каждую из этих нужно превратить в if обратный. Сделай, да, вместо эндов. Сейчас попробую. Может, скобку тебе просто поставить? Слушай, пипец, у тебя клавиатура-то, да. Такие удары по клаве слышу. Так она вообще убитая. Как прям, не знаю, в 90-х. На Pentium 200. Короче, вот как-то так. Ага. Ух. Лишнего там набралось. У тебя два исключения в начале стоят. Ты видел? Не совсем в начале. Это вот весь блок. Ну там не получается. Это невозможно читать на самом деле. Это сейчас. Просто мне так проще пока печатать при моем убитой голове. Спрашиваю, нормально превратим. В частности, формат код. Не представляю, каково людям, которые смотрят стрим сейчас. Что-то там происходит. Да, ничего не видно. Вне экрана. Но игра патчится, но ничего не видно. Так, вот это можешь во что-нибудь красиво превратить? Просто фигуру на скобки расставить. Ну, блин, хорошо, подожди, только не тыкай. Я не тыкаю. Чё? Так, а фигурные скобки, а где? Ну вот, вокруг ритона. Ну вот здесь, наверное, то самое, так, как оно начиналось. Раз, вот так. Угу. Return false. Потом enter, потом фигурный скоб. Вот так, да? Хотя бы вот так, да. И вот так каждую. Угу. Так. Все. Можно не трогать те, которые нам не нужны, а нам нужны... Эти два еще делать? Да. Ой, так, тороплюсь. Все. Так, о чем пишет у нас? Если не find map координаты, то нельзя пройти.
Find Map, я не знаю, что это такое. Если заблокировано тайл, то нельзя пройти. Если на тайле находится другой игрок, пройти нельзя. А, так, и вот эти два, это если находится монстр. А, если находится монстр, и он как бы живой, то пройти нельзя. Да, нам нужно монстр и живой, но не саммон. Ага. Да. Ну и объект там, да, последний, да, понятно. То есть нам надо... Так в конце, наверное, надо было добавить, и если он не является саммоном. Да, и все. И саммон... Чек на саммон... Ты, наверное, знаешь, как сделать? Сейчас сделаем. А по сути только вот это надо было врезать, получается. Просто при таком сложном условии непонятно, куда впихивать. Но он проверяет... проверка на dungeon level, это значит не город ли, да? Да. То есть, подожди-ка, а в городе что, они... А, в городе саммонов нет. Вроде даже не саммонера, а... NPC, да? Горожане. Подожди, а горожане что, не блочат ходьбу? Или блочат? А фиг его знает. Да... Судя по вот этому ходу, нет. То есть мы можем теоретически пройти по Адрии? Да я даже не пробовал-то. Нет, фактически, скорее всего, не пойдем. Это, скорее всего, где-то еще проект. Вот он здорово мне гудит, а? Второй ноут. Слышно тебя? Не факт, что слышно, конечно, но даже в наушниках слышу это. Я что-то не понял, что ты написал даже. Покажи условия. Может его это самое немножко перенести маленько, а то что-то длинная строка. Оно прям за экран просто уезжает туда направо. Лучше попробовать инвертировать. Обратно. Просто как-то красивее. Ух, ну и каша теперь.
определенные условия, видимо, была ошибкой. Я не знаю, что он показывает, но зрителей 9. Любопытно, что при черном экране еще такое происходит. Может, потому и по народу? Вопреки всему здравому смыслу. Что там атмосферует? Да. Сепи. Это вот так и стучит. Да. Должен быть комода в прямом эфире. В прямом, но ничего не показано. Секретная разработка в прямом эфире. Как там в лоре говорилось, вдали от зрячих глаз смертных. Война греха шла незаметно. Если изначально я эту функцию мог читать, то теперь это ты ее превращаешь в сатанизм и мракобесие какое-то. Как я все путаюсь. Ну тогда ладно, давай сами какую. Ха-ха-ха, что так можно? Я уже сам забыл. Такую одну строчку как-то страшно это читать. Но, к сожалению, переделать тоже сложно. Я тебе говорил, просто как-то там в середку там врежься, Enter нажми, и оно перескочит на новую строку, будет видно. Я часто так делаю. Ну, просто понял, что ты сейчас запутаешься. Ну да, вот так. По-моему, куча кода так написано, и я когда какие-то сложные условия пишу, то тоже так делаю. И норм. Там, как бы, дракон писал еще, знаешь, у него код
у него, кажется, монитор был там 2560 и крайне мелкий текст. Поэтому он любил угористо в одну строку вот на своем этом деле так написать. У него было много места для маневра. Так, если модсов нету. Или таки есть. Но мертвые. Складывается. Надо вернуться так назад. Можно ходить. Если нет мосов. Скорее обратная ситуация. Можно ходить, если монстров нету. Или монстры таки есть, но с нулевым хп, либо к нам. С нулевым хп? Там что-то типа минус 64, как мертвый. Чекает. Ну да, да, это оно. Стоит по вкусу. Я не знаю, вот изначально было вот это вот длинное условие, можно было туда просто врезать на этих... Ты не можешь просто в любое рандомное место запихивать произвольное условие. А почему нет? Сложная конструкция, соответственно, надо полностью понимать, что тут происходит. Так понятно было же, что если монстр мертвый, по нему можно ходить. Допустим. Ну вот. Поэтому. То есть надо было добавить условия. Или если это саммон, то тоже можно ходить. Вот, теперь я добавил. Вот так вот.
Ну да. Может получить. F7 таки? Что? Я говорю F7. Видимо, да. Я всегда через Ctrl нажимаю. Окей. Кстати, а это приложение, наверное, на стрим пойдет уже. То, что ты открываешь его, должно. Пока не вижу. А, да, видно. Что? Упс. Вот слабые условия. Нет, он сводился Не, или ну. нет? Не, ну. Ты в сингл Там за. просто веб-сейвов. А почему ты в сингле? Так, давай ты будешь тыкать, то, что после того, как я тыкаю по TeamViewer, я перестаю что-либо видеть. Окей. Чем делать? А, ну я то собственно. Так. Получи из них, походи. Нет, насквозь. О, да, он ходит сквозь Если бы них. еще, если бы еще они в отдалении, без альта, допустим, то можно было бы чисто на них вставать. Ну как бы Просто вот уже они не выделять отдаление. в бою от меня не отходят. Но как бы выделение это уже дело такое. Это, ну кстати, Все да, равно оно оно работает. мешает. Ты их как бы просто на них кликаешь, получается. Но если Да. вот мне надо будет пройти, я кликну дальше, и я смогу пройти. Но после, если ты хочешь атаковать, опять же, монстры какой-нибудь в CD, то ты затаргетишься, опять же, в самона. Так Проблем что будет это. только вот с тем, что они блочат, проблем будет только если саммонер захочет убежать. Вот. И это когда у него пока нет телепорта, либо если у него там мана кончилась, или какая-то экстренная ситуация. В других случаях этой проблемы нет. Так что в данном случае, мне кажется, эту проблему решает. Это так. Опять же, попробую в проходы, чтобы они встали и через проход пройти. Что они там дергаются? Классическая проблема с самоном. Давайте сюда. И встали. Вот, блин. Вот за это и не любят скелетов. Вот теперь попробую за них пройти. Ну да, я активно нормально прошел. Что люди хотели. Но проблема. А вот следующая стадия это чтобы саммоны сами сквозь тебя тоже пробегали и неслись в атаку. Ага, Но ну это да. уже чисто опционально. Ну вообще, это, Достаточно простенькая конечно, проблема. надо ли это? Ну, в принципе, Но это по-хорошему еще. надо. Но это еще одну функцию попачить с такими же болями. Там, наверное, будет попроще. Там просто всю проверку на наличие игрока брать для тех самонов, которые сами по себе являются player-friendly. Ты это будешь делать сейчас? А, давай. Но А это да. нужно без мастера тогда. Да Либо пофиг. еще кого-нибудь с мелешниками. Да, кстати. Ну, как-то так. Они обязательно, а эти тоже должны попереть, кстати. Если ты кого-то сагрил, и они как бы уже об этом знают, то они попрутся туда, сквозь тебя, к монстрам. Да. Другое дело, что они, конечно, не дойдут до них, а сквозь тебя начнут пулять. Ну да, без мастера Ну и надо. что? Надо, чтобы прошли мимо, сквозь.
Ну прикольно, я думаю, очень понравится этот апдейт всем, кто за саммонеров. Давно уже просили, давно уже напрашивался. Угу. Да это на самом деле, когда и мы с тобой тогда их еще только делали, было понятно. Вот реально, тут вот эти призраки помогли допилить, что, в общем-то, проблема возникает только если монстры перетекаются с монстрами, игроки проходят сквозь игроков и так далее. А когда монстры и игроки на одном том же тайле находятся, то ничего страшного. Угу. Кстати, да. Просто это не принято. Говорить вслух. Так, вот тут есть две функции. В два раза больше геморроя. Ух ты, мать твою. А, ну хотя это объекты перечислили. Оберни player map в КУ скобки. Я не могу, у меня лапки. Не совсем, а вместе с квадратом скобками. Вот вот с этой? И следующую. Прекрасно. Построена по тому же принципу, что и я там пытался построить, но не получилось. Не повезло, не фартануло. Санта. А, я сам поставлю. Так, поменяем условия. Если враждебный монстр и на тайле стоит игрок, то ходить нельзя. Идеально. Контур.
поставь. Две очки на палке. Я уж на штуку еле. Теоретически это оно. Ну, фиг его знает, тут не разобранный. Да. Ну, сейчас вскрытие покажет. Показало. Пацан, вскрытие. Значит, у нас тут это... У меня его нет, так создадим сейчас. Где у нас карта? Нам нужен какой-то проход. А так, в общем-то, не собрали. Ты же написал вечерний стрим с разработчиками. Вот они занимаются разработкой. Да, да. Только разработка вне кадра. Нам, блин, нужна это самое. Мать твою. Да, нужна... Зансамонить? Дай Юперный театр, давай. Кого... Что тебе мешал? Короче, поздно, по-моему, то. Вот так вот. И сейчас надо через тебя пробежать. Опаньки, да, пробежал, как миленький. И сейчас такие будут после релиза. А, бага, мосы побегают через самолера. Однозначно. Все, кто не читает ChangeLog, которых, безусловно, большинство. А, подожди, подожди. А монстры же не бегают через саммонов? А, как бы, ну вообще, по задумке моей, саммоны должны атаковать монстров и не давать им добраться до саммонера. Это уже сложнее. Ну, вроде не, они... Они, да, монстры на них агрятся, это не должно быть как бы ухудшением ситуации, да. Ну, в общем, вроде все нормально. Вот. Ну, теперь... Спасение самонера, это дело рук самих самонеров. Скорее, самон, его самонов. Спасение самонера, это дело не рук, а ног самонера. Ну чё, пошли тестить мульт или нет? Давай. Ну давай. Я тебе экзешник высылаю, так понимаю. Да. А, зипованный. Да что ты говоришь? Собирайся. Не хочет. Так, ладно. Ну, я говорил. Ребилд. Все не любят экзешки. Ага, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все считают, что мозг упользовать, размер мозг скуриный. Чтобы так просто брать и кого попало. Экзешку брать и запускать. Нормально? Да. Все, съел. Ну, погнали. Теперь... Я забыл, из мета-меню нельзя раскрыть. Ладно, не важно. Что? Вот почему Discord не берет... Берет не просто откачает? А ради скачивания открывает мне Chrome.
Кого? Да я тебе могу этот кинуть и куда-нибудь через Яндекс.Диск, в общем-то. Да не, просто по-хорошему Discord мог бы и сам передавать файл. А тут он получается как то ли ссылку кидает, то ли еще что-то. Что нужно открывать через Chrome, чтобы скачать. А. Да. Заодно. Не, а там Почему? реально много жалоб было на то, что моя нетесная информация о моих саманах. А вот там вещи под моими саманами, противники под моими саманами, тайлы под моими саманами. Мне интересно, а вот не добраться. Ну, в общем-то, то, что они не в том порядке перевызываются, и вот нельзя ходить через них, это были два таких момента раздражающих. Уже то, что... Третье, это Что? как раз то, что они выделяются тогда без вариантов. То есть Почему? У нет нас варианта. есть опция в конфиге же. Не, Как она не нет? о том. Она всего лишь о том, что рамочку подсветки всегда держать или только при выделении. Все. Да ё-моё, сейчас я посмотрю. Run and dungeon, easy click, alt hold on, speak with soft spell, allow battle striptease, нет. Monster health bar, always highlight summons, always highlight summons. Всегда Лайтс, это не значит, подсвечивай. что нет, не про рамочку же. Лайтс, это сейчас про рамку, все. Это не про то, что наводишь на тайл, где есть предмет и есть саман, и выделяться с меньшим приоритетом будет саман, либо вообще не выделяться. Ну, короче, они не всегда будут подсвечены, как сейчас. Да, это все. А так тут желание все-таки имеется сделать так, чтобы как будто саманов нету. Вот как Гардиан, например, появляется, ты его никак не выделяешь, Но а еще это хочешь уже что-то надо сделать. будет, наверное, какой-то хитрый уже Я момент. думал, может быть, я не знаю, по альту, либо еще там по какой-нибудь кнопке, чтобы можно было посмотреть их ХП и прочие параметры. А по всем остальным ситуациям делать вид, как будто их нету. Но это всегда можно будет переделать или как-то изменить. Заходи. Мы тебя ждем вчетвером. А, у меня были проблемы со скачиванием. Chrome почему-то на 100% завис. Ну, в смысле, на 100% скачивание файла. А ну, проверял. Сидел. Да. И причем еще такой. А, тут файлик это скачивают редко. Наверное, какой-то троян вам подкинули. Да. Как же любят пользователя заботиться сверх меры. О, новый лучок нашли в Betelgeuse. В скриншотах. Ну, прикольно. Все, теперь вот эта логика, в принципе, отталкивания своих саманов уже больше не действительно имеет внешнюю способность. Ну, я не вижу смысла ее отменять, кстати. Ну, это тоже. Погнали! Вызывай своих птиц. О, я, кстати, троих чуваков не могу выделить. Да? Я твоих Не вообще знаю. не вижу-то. А, вижу. Ты их вызвал. Я твоих могу выделить. А твои почему-то не выделены. Вот, теперь твоих нету. А мои что-то подохли, кстати. Подожди! Ты что-то не то намутил. Я вызываю импов теперь.
А, не. Стингер. Да, Стингер. У тебя 4, что ли? Нет, у меня два тут уникальных. Третий. Странно. А у меня 4 импринга. А, призрак, призрак. 4 импринга. А, один из них призрак. А, точно, да. Теперь дошло. Зараза. Что я как-то уж Вот напрягся. тебе спокойно дверь открыл. Ну, дайте зайти, блин. А, это ты мне блочишь или монстр? А, ну в этот раз, да, это был монстр. Мне от этого не легче. А так, Ну. призраков, кстати, можно, не знаю, вылечить симптомы, вот эти зависшие кадры, тем же принципом, что и предметы исчезающие. Просто сделать так, что раз за кадр проверяются какие-то тайлы. Типа, есть там фактически монстр рядом, либо нет. Если нет, то убирать этот глючный тайл. То есть это не вылечит причину появления вот этой фигни, но вылечит постсимптом. Хорошо, конечно, причину починить. Так, пока призраки одна из наиболее таких заметных проблем. Меня беспокоят последние репорты, я читал из телефона. Что А, там из монстров вся фигня. с одним хитпоинтом остается неубиваемый босс. А, ну это меня не так волнует, поскольку я хотя бы примерно представляю, как это воспроизводить и как это чинить. А всякий инвалид монстров и крыша с этим связанная, вот это фиг его знает. Даже не знаю, как там подбираться. Ну да. Придется где-то. Вообще в мультиплеере иногда очень странные глюки бывают, редкие там всякие, но... Не, ну это можно было бы исправить. Или хотя бы найти путь к исправлению путем мультисейвов. Чтобы можно было сессию игровую сохранить. Хотя бы, я не знаю, чтобы можно загружать на девелоперских виджетах. Это надо в читинг Просто для базы сейвов. варианте в читинге делать. Сохранить можно было когда угодно, а вот загружать. Даже хотя бы так. Хотя, в общем-то, я не вижу никакой проблемы делать реально сейфлот целой игровой сессии. Ну, может, пока не вижу. Так, буча будет очень реально само не вызволить. Зря так думаешь. Притом, как они обычных монстров сейчас с трудом валят. Ну пошли. А, подожди. Надо, наверное, по третьему уровню взять. Ну, вот именно. Потому что я даже первого еще не взял. Может, второй? Кстати, нам как бы надо бы вместе быть. Мы должны быть вместе. Ну, вроде вместе, пока что не сильно сблизь. А, ну это потому что я к тебе прибежал. Ага. А, блин. А, двойной.
получается, колдауны просто пусть его не появляются. У других игроков. Сейчас одна. Сейчас двойная. Да уж. Но это просто у тебя на экране каста второго начинается, но он по окончанию ничего не делает. А у меня делает. Сколько там говорил, вероятно, что книги падают? Должны падать. 30-60 как-то так. С боссов или с кого? С боссов. С боссов я что-то книг не видел. Ну, значит, да. Эта механика должна быть восстановлена вручную. Я даже не знаю, куда будет записать. Ну, вообще, мне кажется, то, что ты сейчас сделал, оно работает, надо двигаться дальше. А может даже спать. Ну, не знаю, мы вроде как планировали вообще поиграть. А, ну тогда давай. Но, поскольку у меня ноута нету. Это так, между делом. А давай-ка... Подпачим самонов, раз за них играем. Я запишу это в лог, по крайней мере, сейчас так. Хилком и мания не помешало бы хоть какой-то минимальный порог лечения. А то там процент от текущего, точнее, от максимального хп лечится. Все записал. Ты знаешь, что-то я не хочу туда лезть. Оно уж так хорошо там, изрядно. А, вот проблема, кстати. Я не могу дверь выделить. Под колесо лезут самоны. А если я отойду? А, то хер. Не важно, я не могу во двери навестись. С колосовым вечером самоны. О, сейчас вот отошли, я смог. А так только ансимон. Ну да. Так что вот это... Есть проблема. Ну просто надо придумать, по какой кнопке делать так, чтобы их можно взять. А в основное время они реально под кусом не нужны. И про эту кнопку будут спрашивать 10 лет дальше теперь. Ну, что поделать. В основном, скорее всего, никому нафиг не нужно. Ну реально, только когда там начинаешь минмаксить, формулу подбирать. Смотреть, насколько у тебя эффективно. Какие удобно. У меня теперь 4, кстати. Да, так лучше. А, плюс еще у нас в конфиге дефолтном Always Hello is Summon. И так выделили. А, я сейчас думал, почему-то не работает. Оказывается, ты в походе. Угу. Thank you.
потом будем ловить бакрепеты. Потому что какого фига? Я тут в проходе встал, а через меня монстры лезут. Ага. Монстры не должны, кстати, лезть, да? Да, монстры не должны лезть. Пойдем бучера гасить. А, тут еще кто-то есть. Я только один двойный взял. Ну, я, в общем-то, вряд, тоже. Вряд ли я много давай. Надо хотя бы самонов чуть прокачать первое. А, я не могу. Почему, блин, это так ненавязчиво сделал, необходимость все статы вкачивать могу. Самонов. Да, да, беспалевно. Самонов показываю на собственном примере. Ну, либо мана регенерейшн сделать. Хотя она по-моему использована. Ну, вообще, ты знаешь, она ему будет у саммонеру полезна очень, регенерация маны. Это же насколько ты быстро в бою успеваешь рекастывать их, пополнять их. Я про то, что потом от тупо казатель маны и так будет больше реген. Но у них нет, у них другой реген. У саммонеров медленнее регенерация маны, чем у обычных кастеров. Я об этом позаботился. Ладно, в любом случае, аккуратно миньоны. Ой, нет. Мои саммоны никого не били ни разу. С того опыта не получаю вообще. Только если мои тоже хотя бы чуть-чуть ударили, получаю. То есть все правильно. И они все дохнут. Один призрак. О, босс. Со льдом. Вот опять сундук сейчас хотел полутать. Мешается. Блин, бесполезно в толпу кастовать, их просто фокусят и... Их этот со снежком, блин, выносит. Черт бы его драл. Ух ты.
Они его задолбят, кстати, когда он останется уже без поддержки своей. Хорош. Стрелу прям вгрызло. Поймал. Вот там еще босс. ТП открыть. Вот надо воздух. Нет. Это не надо. Ого. Какая толпы. У нас обычно это боссы тут. Так, и что, я тебя не слышу? А я ничего не говорю. А, отлично. Так. Вот. У тебя четыре их? Да. У тебя четыре их? Да-да-да, четыре. Подфули, что ли? А, нет, я нашел ботиночки, которые увеличивают spell level. Шибко такие умные ботинки. Да. Не, ну мне как-то некомфортно, когда ботинка мне и мне. Эй. Это как сейчас с текущими девайсами всякими. Зато это ноги текущие. В тепле. А вот и лутик. Закидывай ему там, пусть они его задолбят. Все. А, вот так вот. И теперь эта сволочь отрегенится. Я хотел целый стоять.
тоже решил в год смотаться. Да. Взял короткий путь. Классно, когда на самом деле не понимаю людей, которым не нравится это. Кидаешь вещи в городе, никто их не сворует. Супер. Ну все, приехал. Если это телекинез, 75 магии тыкают. Теперь я собираюсь его замочить. Кого видите? Вот это скелета. Либо у него ничего. На вещах. Что там? О, может даже это взять? Mana Regeneration. Даже боссы просто унижают. Так, ну что, это будет? Кошмар. Уф. Блин, умирать он не хочет. Сейчас добьем. Блин, все-таки стрел с этим жестким мы сделали с покатовым уроном. Раньше они вообще не работали. Более унижение. А где там этот скелет? Он живой? Да, блин, живой. Что я достану? Наш кровь уже попил. Ему нормально. А, о, вот и все. О, как же он заколебал, кстати, вот. Просто мясом закидали. Еще один босс. А, у меня маны есть.
Но с этим, походу, легче будет. Ну, это хотя бы милишник, а не злостный лучник с элементальным дамагом. Но вообще, опасности они представляют одинаковые. В среднем. Ну, что-то не верится. После таких унижений. Что кто-то может с ним сравниться. О, да, может. Я вот, кстати, сейчас тыкал на предметы. И что-то не мог до них добраться. Ну, то ли не мог добраться, то ли у меня команда не найдет. Вот трипод тоже был. Вот за ушей. Надо подходит, а подбирать не подбирать ничего. Тоже не понимаю, как. Та-да-да. С этим бороться. Зависом полнейший у меня. Ага. У меня часики. Сейчас кто-то вылетит. Я вылечу. У меня дальше часиков нет. Полностью зависший экран. А почему у тебя так? Все знаю. Ну, просто вылечу, что играю, все. Это у меня... Примерно на экране я заметил, Скорпион вошел в этот в горящий крест. Но, блин, ты выражаешься как астролог сейчас. Ну это ж не повод падать. Идентифай. Есть, конечно, вот этот крэш-дампы, но я никогда не умею им пользоваться. Это только... Так, ну теперь... Только вот туда можно просить. Я думаю, он отвалился что-то конкретно. Вот регенчик сейчас мне будет. Ох, как в тему. Вот ему прям вот 1-2 регена прям вообще вкусно заходит. Так, ладно, наверное. Перезапускай тогда. Ну да, заходи. Будем с бучером чай с плюшками пить. Сейчас. Кстати, у меня есть этот портальчик открытый. Да-да. Мне еще подригенится надо. Годит быстро. Не, блин, я не представляю, сколько игроков подарил. Адрию переместил его в остальную кучу народу. А то разместили его совсем где-то на шибе. Так там ты еще и бегать не мог. То есть, ужас вообще. А вы говорите за хейл хардкор. Да-да-да. Так, а у меня не убиты... В смысле, они остались? Да. И это ты делал, нормально это вообще или нет? А, нет. Не нормально. Ну, это просто я не учел, что при полном вылете этот ход не отрабатывает. Значит, надо волноваться. Он работает, я же его делал через... Задницу, хочется сказать. Почему они стали вроде не плей-френдли, поэтому я не буду не ходить. А, видишь как, интересно. Это вообще паскудство. Ты новых создал? А, нет. Ну так давай. Ой, ебал. Все, погнали за бучером. Нахрен с дороги, чертовы самоны. Да бля. Сашу они сразу окружали, они. Они по одному отдавались.
хорошо наезжает. Что-то да. Может ему дать выйти? Куда нам? Может помочь. Это как выйдет, как бы он нас не покомсал. Ну, вообще, конечно, может. Ну, теперь он вышел, и может... Главное, чтобы он больше это урон получал. Во-первых, он в окружении хорошо бы стоял, а во-вторых, долбил по твоим. Ветки убегают лично. Пока он замахнется, они уже бежали. Да, шинкует он хорошо. Ориги... На месте стоят и... О, беги, беги. Беги, Фос, беги. Че-то, мне кажется, мы это уже от Good Game или... Да не, у меня полный пояс мамы. Да? Плюс он же, эту, молнию любит. Кстати, да. Ой, не-не-не, уйди. А! Что-то так себе не заходит. Не надо за мной. Я невкусный. Подожди, ты что, умер, что ли? Нет. Я тебя не вижу. А, вижу. Слушай, вот он... А! Нет. А мы его по динамике не тащим, по-моему. По динамике саммонов. Не, ну почти. У него уже сотка хп. Так, а ты ему не делал спецатаку на лоу хп? А то он что-то начал наезжать еще мощней. Нет, я ничего такого не делал. А, ну вот все. Не, ну в одиночку я сейчас не вытащу. Ой. Блин, не дал убежать. Все, что я сказал-то, ой, три раза. Вот тебе и ой. Ну, падла. Падловил. Да не, все, хана, вендетта теперь. Колечко плюс 4. Ай, что творится? Все, три банки, и он мой. Что бы это ни значило. Заходим вместе, ты первый. Он где-то здесь. А ты сейчас упадешь, кажется. О-ха-ха-ха. Вот так вот. Тонкий прикольный баланс. Конечно, прикольный, конечно, эффект от на лоу-левелах. От чего? Он сразу дает плюс одного самона. Да.
Я вообще думал, что с одним начинать будем, но потом по балансу до меня дошло, что надо трех явно. И хорошо так им бафать урон. Так я помню, как я страдал, когда просто тестил там персома. Чую, что я бегаю. Моя самона вообще ничего не наносит. Да. Так, а че это у нас за... Что это за мода такая у нас? Нет, нормально. Немножко... Я переконнектился. Теперь собираю заново лут, который просто на земле валяется. О, да. Генерится заново? Ну. А я почему-то через своих имплинтов сейчас не мог проходить. Да как-то непонятно, но... Что за фигня? Вроде можно, вроде нет. Но вроде я как бы готов. К следующему. Сейчас погоди, проверю. Что у меня тут с моими... Нет, какая-то фигатина. Я через них не могу ходить. Через твоих могу, кажется, а через своих нет. Что это за дискриминация, непонятно. Это после перезахода твоего. По идее, не важно должно быть. Их уже пересаманил. Сейчас, ну, я новых набью. И вот я обхожу. Угу. Через твоего прохожу. Через твоего нет. Что нравится? Может, ну, как бы, наверное, условия не так заданы тогда. Ну, не, ну, как оно может быть по-другому задано, если... Если через твоих я прохожу, а через твоих нет. Ну, на текущего игрока чек завалим, может. Да не должно быть. Ну, посмотрим. Надо для начала проверить, что... Надо проверить. Мы же проверяли на этих же летающих птичках, да? На летающих птичках? Ну, что именно? Ну что, проходишь через спасник? Или ты на скорпионах провел? Мне это сейчас что-то не могу нить уловить разговора. А на ком мы проверяли, что мы можем спасти? На скелетах и на этих, на скорпионах. Может, с имплингами какая-то фигня? Не знаю. Реально такое ощущение, что я не могу сквозь них проходить. Не могу знать. А ты можешь? Сейчас разберемся с этим паком. Попробуй. Просто это... С чем связано. Так, что-то у нас крылья зажали. Что-то да. Методично выжимает. Не мог держаться. Убав своих скопионов. Я их не убирал. Я просто сдох. А что-то мне тут дали? Какие-то айтемы.
ну вот как раз пока будем идти, можно будет. О! Да. Перчаточки с ДФЕ. Два ДФЕ на перчатках. Ну это то, что надо любому классу. Фига себе, колечко на 8 левел. Что? А, на да. На 8 левел, еще 6 левел. Ну вот так вот бывает. Ты там какую-нибудь проверку делал в смодопе? Чтобы не бросал с требованием левела слишком большим. С этим нормально, просто 8 левел тут это норм. Ну, на самом деле, с этими уровнями все окей. Ой, не, не сюда. Ты еще на втором? Не, на втором только зашли. А вот таким батареи. На первом уже, это же была битва века. Так, ты явно не так, здесь. Ты где там? Я вернулся на второй, к сожалению. Я сейчас в город вернусь, на самом деле, судя по динамике. Ой-ой-ой, два буспаха. Да-да. Хорошо так. Три! Еще буспах. Что? Блин. За стенкой 4000, черт, куда, в какую бы дырку сунуться, чтобы выжить, я не знаю просто. Так, ладно, я пошел в угол. В детстве я не любил стоять в углу, но в ТХ я полюбил это дело. Ты смотри-ка, что-то тут они это, блин, такие звезды летают. Звезды? Да, ты не видишь звездочки? Нет. Что-то у тебя все плохо, я тебе скажу. Тут синий я босс. Может, обновил данные, а я не того? Да нет, звезды я были еще с диапдата, это не в новых данных. Синий босс летает и звездочки швыряет. Ну, синий босс летает, но у него не получается пока ничего. Его уже завалили. Причем два. Ничего себе. Вот, собственно, и двойное убийство. Ну, сейчас это мод все... старый косяк. Сейчас мы все по пути. Проблемы найдем. Не убийся самонов при дисконнекте. Двойной босс-дроп. Какая-то фигня с эплингами, что через них не пройти, пока не мне. О, фу, ты через моих эплингов, проходить. Это я могу, кстати. Он нормальный. А, ну двойной каст портал это возможно. Там когда идет команда о том, что талант портал открыт, скорее всего одновременно и отрабатывает код каста обычный и дополнительно кастуется еще один. Типа, а вдруг один не сработал. Так же, в общем-то, и с Големом было.
Ну, как-то вывалили. Забились в уголок и отпинали ботинку. Да. Так, у меня бесконечное клокотание от босса. От какого босса? О, тебе нету. Это может от этого скелета? Не знаю. Типа, куда хранить такой? Звук приветствия зацепился. Пока не убили. Получается неплохой хак с этим реконнектом. То есть берешь gold find, так. Находишь на первом этаже буквально комнатку с кучей золота, зачаешься с кем-то, дисконнектишься, приходишь и забираешь снова золото. Дисконнектишься, забираешь золото на земле без необходимости зачищать все. Я тебя не слышу, если ты что-то говоришь. Нет, я ничего не говорил, я думал, я молча. Я нашел два кольца, 4 плюс 2 к регену жизни, и теперь я как монстр прям. На меня подписался Путин 226. Интересно. А может и нет. И вот 226 твинк. Видимо, да. Вау. Сколько полезного падает.
Надо поддать жару оттуда, изнутри. Я даже, кажется, поддавал. Тут не отрабатывает. Но он тормозит, когда я кликаю сквозь саммонов. Он сначала тормозит, потом кликаю опять, и он уже идет. Видимо, что-то еще не дочинили. Ну, да. Где-то еще какая-то проверка уже должна идти. Либо, опять же, я проверяю по DisplayFM. Это может быть неправильно, поверь. Надо лучше изучить вопрос. Когда этот флажок выставляется, когда нет. У меня же это самое попадаемость низкая теперь с как его спеллами. Я думаю, что я не могу попасть. Пора наступать в обратном направлении. Тактическое отступление. Не-не, мы наступаем. У нас просто психологическая тактика давления на монстров. Такая психологическая борьба. Причем-то похоже и сменило имблингом. У них и фоллонов. Но без чека на отступление. Блин, я засыпаю. Мне пора спать. Нам надо заканчивать. Ну, мне, наверное, тоже. Из-за этого, наверное, никуда не надо. Мне, наверное, пошло. Ну, я тоже рано встаю. Хоть и никуда не надо.
Сейчас недельку назад 9 вырубался, а сейчас уже он почти 12. Нам надо сдохнуть, чтобы выйти. А, портал есть. Конечно. Да. Все-таки какая-то очевидная фигня. У них в ретрене этот флаг слетает. Какой флаг? Ну, я в ретрене, особенно когда не в бою, я не могу через них проходить. Да. Именно через своих. То есть что-то зависит от имени его. Изучать топос. Но в целом в первом приближении нормально. Явно лучше, чем было. Да. Так в целом лучше. Консоль не лезет. Так, сколько бесполезных? Блин, на 1000 идентить. Да. А, у меня же левель. Левел. У меня левель. Теперь я могу что-то поднять. Не, хрен. Ничего не могу поднять. Ничего не могу. Но придется реген. Маны. Фигачить. Книжка хила моя. Это ничего не даст, но просто так. Чтоб было. О, тут в чате что-то написано. Самый жестокий каунтер того же Бучера — это траппер. Да. Может, не самый, но один из. Спасибо за мод. В свое время в первый хелл поиграл. Проиграл десятки часов. Проиграли с кем-то, видимо. Можно ли по сети играть через хамачи? Можно. Ну, собственно, это что идет. Ну да, вот мы по хамачи, кстати, играем. Играли. То, что ты сделал, я буду коммитить, наверное. Что я наделал? Я должен это закоммитить. Закоммитить? Нифига себе, мальчики, наивисты. Кислоте, к холоду. Вот, блин, сейчас не помешало бы к холоду. Да. У меня сейчас чуть ли не полный мод можно набрать. А, нет, холды я уже шляпу подал. Ну, собственно, здесь холд-то даже сейчас плюс 40. Ну, они пока не особо частые, товарищи. Но сейчас хотя в начале вообще их как-то немного там. Ну, на одного уже направились. То есть вот сейчас еще амулетик набрал бы, у меня 70. Ну, если крылатые на четвертом попадутся, все, считай. Холодок пойдет. Да, только элементалиста обделили. Кстати, ты видел эту переписку? А, теперь же можно будет делать, как бы, это... По аналогу с самоновскими книгами... Каждому классу свой вариант отдельных спеллов. Ну, кейпу сделайте. Так как обмена уже нет между персонажами, то теперь можно как бы даже пойти немножко безумно в этом направлении. Ну, ряд... если сделать это без учета книг, чтобы они принципиально не участвовали в торгуле, то да. Ну, я имею в виду, то есть, ну, взять какое-то спорное что-то, например, там, рефлект. И вот для одного персонажа это будет какой-то спелл рефлекта,
который там отражает урон. Для другого это будет спелл какого-то там чего-нибудь другого. Я понял, понял. Ну, по большей части можно, в принципе, то, что сейчас есть, вполне себе расширить. Это, по сути, знаешь, скиллы. Без таких извращений. Это... Скиллы вообще ничего не делают. В смысле ничего не скиллов требует? Скиллов нет никаких левелов, а... Не-не, я имел вот это скиллы по аналогии с Diablo 2. А, такая? Да. Не знаю, мне больше нравился подход из Diablo 1. Что каждый может использовать каждое. Просто по статам и по всяким скоростям. Ну, на самом деле, мало толку. Либо он получится, то понимаешь, что либо нет. Вот если ты берешь какой-то класс милишника, ему вообще пофигу всякие там Arcane Star или Fireboltы. Вообще. Ну, тоже верно. А ну тупо не пользуется ими. Вообще. Или какой-то Inferno. Мимо кассы, жутко. Ладно, наверное, завтра мы продолжим. Хорошо проиграли. Поиграли. Да нет, вроде. Стрим я заканчиваю, ребятушки. Кто смотрел, тот молодец. Ну все. Кто не смотрел, тот